Министерство соцразвития Московской области разработало приложение «Соцуслуги», где есть раздел «Прокат средств реабилитации». Приложение скачали более 50 тысяч пользователей, а заявок подано уже 17 тысяч. В приложении можно найти всю необходимую информацию о каждом пункте проката. После выбора технического средства из списка можно оставить на него заявку, указав свое имя и номер телефона. Заявка будет автоматически перенаправлена в выбранное учреждение, где можно будет забрать средства реабилитации.